Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы будем проходить уже угольную армию нормальным составом, с 20-ми прорывами. Посмотрим, сколько мы там сможем набить. Сейчас я подумаю, какой составчик взять. Я показывал вам, как я бегала здесь Розалиндой. Ну, соло вот она набила, но она дошла до 21-й волны, она просто там не успела убить. Так, что у нас тут в топе 700? Ну, опять же, это все рандомно, надо ставить расстановку. Ну, сейчас, в общем, попробуем что-то придумать интересное. Так, поехали, посмотрим сейчас, какие герои поставим и будем определяться. Так, кто у нас есть таких интересных, чтобы быстро все сливать? Попробуем сердцеедку, возможно, как вариант. Давайте сначала этих расставим. Анубис будет однозначно. Будет стрелок. Такс. Но Фрейю смысла нет. Она будет только нам мешать. Так, тыкву надо ставить. У нас еще такой интересный хранителя. Так, давайте сюда. Так, тыква будет у нас тут. Поставим. Так, Розалинда. Так, угник есть. Ну, вроде такой вот состав. Не буду я брать сюда ворожей и не буду я брать сюда Рона. Так, окей. И пробуем, расставляем все так, как оно должно быть. Так, Анубис ставим воодушевление. Ну, думаю, лямов 640-650. Как стандарт мы по-любому набьем. Так, делаем так. Один собран. Тыковка, ставим исцеление. Так, второй. Попробуем убрать жилу, или лучше пусть будет, мало ли сольется, часто бывает, что стрелок сливается. Так, есть стрелок, готов. Дальше тут у нас водушка будет, чтобы он все время был заряжен. Так, угника мы оставим таким. Вроде как бы все. Поехали. А, сейчас еще надо посмотреть на Розалинду. Ей мы поставим. Кстати, давайте затестируем нового питомца. У меня уже 25, в принципе, можно ставить прицели. Так, отлично. Поехали. Проверяем. Ну, вроде отхилы все взял. Посмотрим.
Вот прикольненько, когда панчбокс дает свой баф орнитоптеру стрелка. Получается, его не видно, но панчбокс сносит. Вот так вот. Как видите, ворожей уже для меня, по крайней мере, не актуален, так как у меня 20-е прорывы, и мне тут не столь страшно. Хотя герои точно так же сливаются на отражалках. Так, 17-я волна, 18-я пошла. Розалинда просто тащит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, 23-я. Самое главное, знаете, в чем была проблема ворожея? Он очень мешал, он замедлял демонов, которые вот сейчас выйдут. Очень замедлял. И это была одна из таких, скажем так, основных проблем. То же самое, в принципе, сейчас и Лазулик сделает. Он, по сути, мешает им подойти вплотную к герою. То есть, возможно, сейчас мы Лазулю тоже уберем. Попробуем. Попробуем без него. 671. Хорошо. Давайте попробуем, значит, Лазуликса уберем, так как он нам мешает вместо него. Можно, конечно, попробовать сердцеедку как вариант. Либо же Афину. Сердцеедка, Афина. Афина будет заряжать. Хотя у меня все равно водушки. Давайте сердцеедку попробуем. Только единственное, я сейчас ей поставлю. Оживу рунами. Потому что не особо у нее много. Хотя, в принципе, думаю, возможно, и хватит. Она себя отхиливает еще. Давайте с доспехом попробуем. Мало ли будет какая-то отражалка. Поехали, такой вариант. Ну, как видите, то есть без отхила. Только у нас 671. Это что, потопа получается? Ну, тут, конечно. Топ-60. Ну, это рандом. Вот если бы Лазуля не станет этих, было бы получше. Поехали. Тест номер 2. Сердцеедка. Окей, отлично. Зеленый смотритель, опять же. То есть надо избавляться тут от замедления однозначно. Так, 9-я волна. Единственное, что надо как-то сердцеедку заряжать. Возможно, на нее надо будет тоже попробовать все-таки убрать ремку. Ремочный вариант немножко не то. Попробовать поставить либо из ворот, либо воодушку. Я живу. Либо оживу прокачать, воодушку рунами тыкнуть. Либо из ворот. Потому что ей надо быть всегда заряженной, когда особенно с ее стороны сейчас будут подходить. Ну, посмотрите, даже башни живые, 21-я, до сих пор все живы. Тьфу, конечно. Сейчас опять подбежит какой-то атлант. Ой, отлично. Ну, смотрим, сможем ли мы сейчас выбить новый топ. 690, вот так вот, ребят. Как видите, улучшили результат, но 10 миллионов это практически пару секунд. Ну, сразу же смотрите, насколько улучшился результат.
ну, топ-10 стал. То есть топ-60 в топ-10 прыгнул, сердцеедка все-таки круто себя показывает, надо попробовать, все-таки будет дополнительно прокачать еще некоторые темки для героев. Сегодня я, конечно, уже не успею, но вот такой вот составчик, в принципе, очень-очень даже неплохой получился у нас, и мы, соответственно, нормально взяли топчик. Так, окей, что тут у нас интересного еще есть? Пират. Понятно все, но пират мне не актуален. Так, accommodation. Ланд. Тут, кстати, по-моему, Некроса дают инвентированного конца уже. Если я не ошибаюсь. Сейчас проверим быстренько. Попыток у меня хватает. Так, что там руны? Надо 30 этих открыть. Ну, в любом случае, здесь куча расходника разного, который актуален. Так, 10 рун восьмых. Карты на смену дают, неплохо. Да, дают 100% некроса, то есть тут 180-я награда, некрос 100%. Ну, скажу, это не актуально настолько здесь, но просто решил проверить. Так ли это? Так, окей, забираем награды. Что тут у нас? Вот такие расходники, более-менее интересные. В принципе, все. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.